ты меня что, не любишь? Это же круглая. Вы что, деретесь? Привет, Магнолия Лиза. Сегодня у нас Тафи челлендж. Челлендж называется «Гора игрушек». Как вы уже заметили, у нас тут целая гора игрушек. Что такое, Тафи, ты хочешь что-то сказать? Да, все потому, что Тафи видит вот этот мячик, излюбленный Тафин мячик. Суть нашего челленджа будет заключаться в следующем. Да. Вот Тафи будет говорить. Я буду говорить, а Тафи будет у меня рот открывать. Тафи, помолчи, тихо. Суть челленджа в следующем. Лиза и Тафи будут на время выполнять задания, связанные с горой игрушек. Я буду прятать для Тафи мячик в игрушках. Сначала в маленькой горе, потом побольше и еще побольше. А Тафина задача на время, на скорость быстренько найти мяч. А Лизунькина задача будет найти повторные игрушки. Короче, начинаем сейчас все по ходу челленджа поймете. Кто первый будет? Я. Нацуефа, лапа, лапа, рука, лапа, рука. Я пошутила. Тафи уже ищет мячик, мы ее уже репетировали. Тафи, не хулигань. Ладно, Лизунька будет первая. Сначала гора будет маленькой. Лизунька, выходи из комнаты. Ребята, как вы думаете, кто из нас победит? Я или Тафи? Пишите в комментариях. Не там. Не там, а здесь. Я уменьшила гору игрушек. А Лизунька... При нажатии мной кнопки старт. А сколько минут дается? Сколько минут? Нисколько не дается. Ты сама делаешь на время. То есть как быстро ты найдешь, и я нажму старт и стоп. При нажатии мной кнопки старт. Лизунька вот в этой куче игрушек должна будет найти 3 кролика. Время пошло. Раз. Все. Я успела нажать 6 секунд. И у меня 4 зайца. 4 кролика? Да. Ну, неважно, все равно 6 секунд. Да. Теперь Тафи. Для Тафи мы уменьшили кучку с игрушками, чтобы было не так сложно. Так, и Тафи мы покажем, как я прячу мячик. Тафи, мячик. Так. Нет. Нет, стой. Ты ее пока держи. Держу. И... Так, Тафи, Тафи, где мячик? Я нажала старт. Ищи, ищи. Давай, давай. Чуть-чуть. 7 секунд. Лизунька все равно победила. На одну секундочку, Тафи. Побыстрее надо. Следующий раунд будет посложней. Куча игрушек растет. Гора игрушек будет увеличиваться. Задания будут усложняться. Лиза, ты готова? Да. Выходи из комнаты. Гора игрушек стала максимально большой. Очень большая. Так, я беру таймер. И Лизунька на время должна будет найти 5. Одинаковых игрушек. Ну, не одинаковых, а 5 игрушек медведей. Старт. Время пошло. Раз. Раз. Два. Два. Три, четыре, пять. Опа. Остановила. Почти 14 секунд. 13. Молодец. Ну-ка, показывай медведей. Так, это медведь, точно. Винни-Пух тоже медведь. Да, Тафи. И это медведь. Так, это маленький. Маленький тоже медведь с шарфиком. И еще один медведь, самый старенький. Тафи, ты уже в бой рвешься? Мячик хочешь искать? Интересно, как долго будет искать в этой большущей куче мячик Тафи? Так, я прячу мячик. Так, я сделаю вид, что я здесь прячу, а я потом руку такая раз вот сюда и потом туда.
И вот так вот хитро я все это проверну. Старт! Тафи, ищи. Где мячик, Тафи? Ищи скорей, скорей, скорей. Все, молодец! 8 секунд! 8! В этом раунде победила Тафи! 1-1. Пока ничья. Ну дай ей мяч. Дай. Она его так любит, так любит. Хрю-хрю, а ты меня что не любишь? Я тоже круглая. Девчонки, и что вы тут развалились в игрушках? Прибалдели? Ага. Перерыв перед третьим раундом. Давайте, обе выходите. Девчонки вернулись. Тафи, сядь, подожди. Гора игрушек у нас все та же большущая, но задание очень сложное. В этой горе очень много игрушек-свинок. В особенности Angry Birds. Нужно будет найти, я нажала старт. Игрушки розовые свинки. 3 штуки. 3 розовые свинки. Их раз. Тут... раз. Ага, догадалась про Майнкрафт, но я думала, не догадаешься. Раз. А время тикает. 2. Где еще такая маленькая, которая пахнет? Время тикает. Нашла. Стоп. Так, было 26, наверное, секунд. Я не успела чуть-чуть. Молодец, показывай свинок. Ой, ты на кого-то там села, и он поет. Тафи ищет, кто пел. Давай, показывай свинок. Раз, да, свинка. Розовая, 2 и 3. Тоже блестючая розовая свинка. Я думала, ты не догадаешься про Майнкрафтную. Молодец. Теперь Тафи будем усложнять. Тафи готова. Лизонька, придерживай ее. Тут вот гора все та же большая. Тут за горой у меня маленький секретик. Чтоб Тафи не видела. Это же суперсложное задание. Вот так. Закрывать не буду. Просто вот так внутри. Но для нее это будет очень сложно. Вы что, деретесь? Тафи, где мячик? Ищи. Старт. Тафи, где мячик? Ищи скорее. Ищи мячик. Мячик, ищи. Ищи. Ищи, ищи. Ищи, давай скорее. Скорее ищи. Лизонька, ты не мешайся. Ищи, я вот здесь спрятала, вот здесь. Ищи, давай, Тафи. Ищи. Где мячик? Давай, 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 ищи. Давай, скорей. Тафи, вот здесь ищи. Куда ты уходишь? Ищи. Давай, давай, ищи, ищи. Рядом, носом, носом. Я вижу, вижу эту сумочку. Сейчас Тафи найдет. А-а-а, время 35 секунд. Тафи, ищи. Тафи, здесь. Ищи. Ну, давай, давай, вот же, вот. Мимо. Чуть-чуть мимо, но сейчас найдет, найдет. Давай, 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 давай. Очень сложное, наверное, задание. Молодец, ладно, засчитаем, она нашла же мячик. Минута. Минута. Вот мячик, минута. Молодец, Тафи. Так, здесь. Минута. Ладно, молодец, все равно Тафи, молодец. Ты победила, был 1-1, и сейчас Тафи чуть-чуть не дотянула. Тафи, Тафи, ты злишься, что ли? Ты злишься, что ли, на меня, что ли, что я так сильно спрятала? Да. Ну, вы же дружные девчонки. Да, Тафи? Ничего, в следующий раз ты выиграешь. Не расстраивайся. Дай мне лапу. Вот, вот так. Молодец. И в сегодняшнем челлендже победила Лизунька. Тафи, не расстраивайся. В следующий раз точно выиграешь. А Тафи улыбается. Собака улыбалка. Ребята, ставьте нам лайки. И подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Пока.